Добрый день, на связи Ялмар, город Чебоксар. Если хотите с кайфом покататься по реке Волги, катаемся. У нас есть хорошая новость. Моторная лодка, точнее лодочный мотор 5H1X сил фирмы ATX. Есть надувная лодка, длиной 3 метра 15 сантиметров, Ямаран F310. Все жестким днем. Очень хорошая лодка с мотором. Приезжайте, обращайтесь. Аренда недорогая. Тоже там газика. Ну как мы помчались. Мотор четырехтактным двигателем. Очень тихо работает. Но единственный минус таких моторов, это их нельзя наклонять. Вот при перевозке, при эксплуатации, то есть только в вертикальном. Зато несомненный большой плюс, мне нужно перемешивать бензин с маслом. Вот у нас такой бензин, если бензин задаваем, все. Ну и он очень тихо работает на холодке. Это для рыбалки, для тролля, там мы и то. Всем пока, всем удачи.